спрашивают, здравствуйте, какие кроссовки вам нужны? Вы знаете, я ищу кроссовки для марафона. Я вот через месяц бегу, а вообще я уже 2 недели бегаю, и тут мне сказали, что какие-то специальные кроссовки для марафона есть. Мне нужны кроссовки, которые весят 190, нет, 180 грамм. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Ой, какие красивые! Девушка, это для триатлона. Ну что вы сразу начинаете? Девушка, здравствуйте, какие кроссовки вам нужны? Знаете, у меня неделю назад подруга у вас была, взяла такие розовые кроссовки. Ну, подруга такая блондинка с такими зубами. Вот мне, пожалуйста, такие же, 2 пары. Здравствуйте, я через 2 месяца бегу полумарафон. Хотела бы записаться к вам на подбор обуви. Да, конечно, какое время будет удобно? По результатам тестирования вам нужны кроссовки с дополнительной поддержкой. Какая поддержка? Я же сильная и независимая.